Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе рабочего визита во Владивосток провел рабочую встречу с генпрокурором Армении Артуром Давтяном. Краснов поблагодарил коллегу за принятое им приглашение поучаствовать в работе Восточного экономического форума. На встрече руководители надзорных ведомств обсудили актуальные вопросы оказания правовой помощи и аспекты международного сотрудничества. Генпрокуроры России и Армении договорились о дальнейших шагах по реализации меморандума и программы сотрудничества. Речь, в частности, шла о визите российской делегации в Ереван для обсуждения проблем противодействия незаконному трансграничному перемещению цифровых финансовых активов, киберпреступности и коррупции. В свою очередь, Игорь Краснов пригласил Артура Давтяна в Москву на празднование 300-летия российской прокуратуры, которое будет отмечаться в январе 2022 года. Благодарю за то, что вы приняли приглашение поучаствовать в работе Восточного экономического форума. Выступление на форуме – это прекрасная возможность публично проинформировать бизнес-сообщество о мерах, которые принимаются органами прокуратуры по защите прав предпринимателей и инвесторов от различных злоупотреблений. Уверен, что соответствующий опыт прокуратуры Армении вызовет интерес участников мероприятия. Вместе мы стремимся к всесторонней защите прав граждан наших государств, укреплению законности и правопорядка, боремся с преступностью, не знающей государственных границ. Уверен, что за время нашего пребывания мы проведем очередную плодотворную дискуссию, что, несомненно, эффективно отразится на нашем дальнейшем сотрудничестве.